Добрый вечер, в эфире Акерская студия телерадиовещания. Выпуск новостей. С последними событиями нового 2014 года вас знакомят наши корреспонденты и я, Гульнас Ибрагимова. Намечается профессиональный праздник работников российской прокуратуры. Дата, когда отмечается День работников прокуратуры России, была выбрана главой российского государства не случайно. Именно в этот день, 12 января 1722 году, указом императора Российской империи Петра Великого, при правительствующем Сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора и возник Институт российской прокуратуры. Наш корреспондент продолжит подробнее. Государственная служба была утверждена более 292 года назад. На протяжении многих лет неоднократно менялись и функции прокуратуры, и порядок их осуществления. Пока в 1992 году не приняли закон о прокуратуре Российской Федерации, в котором существенно ограничились и объем, и полномочия прокурорского надзора. Однако уже в 1995 году данный закон привели в соответствие с Конституцией Российской Федерации, а в 1999 году существенно дополнен и изменен, вследствие чего он стал способствовать эффективному прокурорскому надзору за точным исполнением законов. Главная задача – стоять на страже закона, защищая права граждан и интересы государства. Основные проблемы неизменны – коррупция, невыплата зарплат, преступления в отношении несовершеннолетних и борьба с экстремизмом. Основной задачей деятельности органов прокуратуры является осуществление надзора за исполнением законов на всей территории Российской Федерации. Непосредственно задачей прокуратуры Хайбинского района является также осуществление надзора за исполнением законов на территории Хайбинского района. Надзор за законностью нормативно-правовых актов, издаваемых органами местного управления. Также надзор за деятельностью органов предварительного следствия, дознания, участие в судах при рассмотрении уголовных дел, гражданских дел. Также основная масса работы прокуратуры района осуществляется в ходе проведение проверок по планах проверок, которые планируются прокуратурой района по полугодиям в течение года. Также по заданиям, поручениям вышестоящих прокуроров. Ну, нужно здесь отметить, что работа прокуратуры не только строится на основе планов. Работа прокуратуры и проведение проверок вообще исходит из того, что по любому факту нарушения законов, по любой информации о нарушении прав и свобод граждан, интересов государства осуществляется проверка. Необходимо отметить, что прокуратура района в 2013 году приняла участие при рассмотрении более 200 уголовных дел, приняло участие при рассмотрении более 600 гражданских дел, именно рассмотренных судами. Нужно сказать здесь, что по всем уголовным делам даны заключения, которые по результатам которых и органами суда вынесено соответствующее решение. Это, в принципе, позиция именно прокуроров, которые участвовали по делам, и позиции судов существенных, значительных разногласий не имели. Коллегам, молодым специалистам, сотрудникам желаю день прокуратуры, то есть день работников прокуратуры Российской Федерации, именно стремление к работе, достижению профессиональных результатов. Нельзя, конечно, здесь и оставить без внимания семью, поэтому и желаем семейным благополучия, оптимизма, успех во всем, и чтобы все и профессиональные, и жизненные планы претворялись в жизнь и реализовывались. За сухими цифрами статистики района прокуратуры человеческие судьбы, бессонные ночи, долгие судебные процессы. Служение закону требует высокого профессионализма, ответственности, гуманизма. Результаты целенаправленной работы свидетельствуют о том, что основу органов прокуратуры составляют квалифицированные, работоспособные и преданные своему делу работники. Я стал юристом, потому что это мне очень понравилось. В связи с этим решил избрать данную профессию и начать свою трудовую деятельность. Сам я родом из Хайбинского района, села Новозерган. Окончил
данную школу, поступил учиться на юридический факультет сибайский, который успешно закончил. После этого в 2011 году начал свою трудовую деятельность. Начал на должности помощника прокурора в связи с вакантной должностью в 2013 году. В сентябре 2013 года я был назначен на должность заместителя прокурора Хайбунского района, и который по сей день работаю. Ну, данная работа, конечно, очень сложная, но в то же время интересная. В этот день хочу сердечно поздравить всех ветеранов, а также действующих сотрудников, сотрудников, которые перешли на другую работу. И с Днем прокуратуры, этот праздник с давнейших времен, поэтому от чистого сердца поздравляю, желаю успехов в работе, профессионализма, ну, здоровья и счастья в жизни, благополучия. Своим трудом люди в погонах вносят достойный вклад в укрепление законности и правопорядка в районе. О планах на будущий год здесь не говорят, они неизменны с момента создания ведомства. Сам я родом с Абзелиловского района, самого села Аскарова, с центра района. Учился на юридическом факультете в Сибайском институте Башкирского государственного университета. Все 5 лет там проучился. В прокуратуру устроиться, значит, меня подтолкнуло то обстоятельство, что моя мама сама преподаватель истории, обществознания и права. И с детства приучила меня к тому, чтобы соблюдать закон, так как у нас в семье юристов, в роду, так скажем, юристов не имеется. Поэтому сразу с детства привила любовь к закону, поэтому именно я сразу стремился стать юристом. Ну и в последующем при учебе уже, соответственно, решил попробовать поработать в прокуратуре. Сейчас я уже 1,5 года работаю помощником прокурора Хайбунского района. Работа мне нравится, коллектив очень сплоченный, все друг к другу относятся доброжелательно, во всем всегда помогают. Это чувствуется и со стороны как самого прокурора, заместителя, так и со стороны других работников, так как я молодой, и поэтому поддержка чувствуется. На вопрос, почему вы стали юристом, Марсель Гелязев ответил: «Почему-то всегда было желание поступить так, как нужно, по справедливости, по-человечески. Это и обусловило поступить на юридический факультет». Сам я родом из Балтайского района. Работу в органах прокуратуры выбрал из-за того, чтобы с детства мечтал, чтобы восторжествовала законность и справедливость. В связи с этим, после окончания школы по направлению обучался в Институте прокуратуры Уральской государственной юридической академии, которая находится в городе Екатеринбург. После обучения, получения диплома в 2013 году, был направлен сюда, в Хайбунский район, для работы. Работаю здесь недавно, 2 месяца всего. Коллективом очень доволен, всегда везде чувствуется поддержка со стороны коллег. Альфия Абдульменова окончила Башкирский кооперативный техникум по специальности бухгалтер. В 1997 году начала работать в прокуратуре района. На данный момент занимает должность старший специалист 1-го разряда. Уфала бухгалтерия техникума биттим. Хам 1997 елдан башлап прокуратурала өз хизмәтимди башланым. Злайер района, Злайер ауылында старший специалист 1-го разряда булып эшләй башланым. Хам 2010 елда Хайбула районына перевозиться иттем инде. Үзем Хайбула районынан, Әбеш ауылыннан үземнең районыма эшкә кайттым. Хам 2010 елдан ноябрьнан үземнең районда эшемде прокуратурада эшләйм. Мені үшінде уважені менен қарайлар, мен оларға өзімден қолымдан келгенсе ярдам етерге тырышам. Келхер бір, ну, бізді өзімде еш алышынып тұралар, өзіңіз көріп тұрағыз, еш егітілер, келіп тұра, кетіп тұра, өрлеп тұралар. Мен өзім үші 4-нісі ғана, 5-нісі прокурор маған ішілейім. Олар шу келіп тұра, 2-нісі районға кетіп тұралар. Хәр бірі әмінен мотор етіп, общий язық табағыз, ішілейбіз.
шул прокуратура көне менен уларды ысын күңелден кутлайм, уларга алдагы эшлеринде уңушулуктар, гаиле бахыты. Значение прокуратуры трудно переоценить и в наши дни. Прокурор – это государственный чиновник, к которому вы действительно можете прийти со своей бедой и который поможет вам восстановить справедливость и добиться правды. Лисан Шумгулова, Зафара Любаев, Ильнур Карымгужин, служба новостей. Одно из украшений зимы – это ледяные и снежные фигуры. Так и на территории учебных заведений Акиярского горного колледжа и профессионального училища номер 110 красуется произведение настоящего искусства. Зима. Несмотря на суровость этого времени года, зимний сезон является любимым для многих. Снег способен создать настоящее чудо, да и сами люди способны создавать сказку, используя дары зимы. Зима открывает простор для творчества и новых идей. Одной из форм зимнего искусства является создание ледяных или снежных скульптур. Ежегодно по всему миру проводятся фестивали, участники которых удивляют все более замысловатыми и неповторимыми снежными и ледяными композициями. И в горном колледже села Акиар прошел конкурс снежных и ледовых скульптур. Целью проведения этого мероприятия было, значит, в первую очередь, нравственное, эстетическое и культурное воспитание студентов. И поэтому, значит, здесь вы видите, как видите, ледовую фигуру лошади, посвященной году лошади, да, с курантами. Здесь еще самолетик ледовый сделан, да. Ну, здесь остальные сделаны были из снега. Это крокодил, божья коровка, медведь с бочонком. Ну и так далее. Снежные фигуры – дело непростое. Оказывается, изготовление снежных фигур – очень трудоемкий и долгий процесс. Снег собран с территории колледжа. При этом очень важно, чтобы он утрамбовывался равномерно и плотно. Иначе уже готовую фигуру впоследствии может понести, и весь труд пропадает понапрасну. А дальнейшие усилия по изготовлению фигур складываются из фантазии преподавателей и студентов. В конкурсе приняли участие все студенты с 1 по 4 курс. Студенты пытались изобразить медведя, с бочонком меда, божью коровку, крокодила. Также из ледяной фигуры, как вы можете уже видеть, часы с лошадью. Фигуру, конечно, здесь уже плохо видно из-за погоды, за наши праздники. Наши фигурки немножечко испортились, но все равно перед Новым годом настроение для акиярцев, я думаю, они поднимали новогодние праздничные. Участники, занявшие первое, второе и третье места, ждут призы. Также учреждены специальные номинации. А стать создателем настоящего произведения искусства из зимних подручных материалов, снега и льда может каждый из нас. Достаточно проявить фантазию и приложить усилия. Гульнас Ибрагимов, Федорит Белау, Зуфара Алибаев, Финур Камгужин. Служба новостей. С каждым годом малое предпринимательство набирает обороты. И что отрадно, оно молодеет. Не так давно в селе Акиар в торговом центре «Семья» открылся магазин «Т-маркет» по продаже компьютеров и оргтехники. Узнать, какие электронные вычислительные машины сейчас востребованы, отправилась наша съемочная группа. Купить компьютер не составит труда даже для дилетанта в этой области. Перед тем, как купить компьютер, задумайтесь, зачем он вам нужен. Вы геймер или бухгалтер, менеджер или домохозяйка? Или вы хотите купить компьютер ребенку? В компьютерном магазине Т-маркет вы имеете возможность купить компьютер по самым разным характеристикам и параметрам, которые полностью подойдут вашим требованиям. В магазине каждая модель компьютера представлена с подробным описанием возможностей, качеств и характеристик. Это поможет вам купить компьютер именно той комплектации, которая будет максимальным образом отвечать вашим потребностям. Новый салон осуществляет комплексный подход в обслуживании покупателей. Здесь вы найдете только самые современные. На рынке мы работаем уже более 5 лет. Продаем компьютерные техники, такие ноутбуки, моноблоки, системные блоки. Также у нас есть продажи телевизоры, аудио-видеотехника, фотокамеры, телефоны и другие комплектующие компьютерной техники. Также есть средства по уходу за аудио-видеоаппаратурой. В магазине специальные акции для покупателей уже начались и будут проводиться в дальнейшем. Также в планах руководства расширение ассортимента продукции и увеличение спектра представляемых услуг. Лисан Шумгулов, Федорит Белалов, Зуфар Алибаев, Айнур Ахметов. Служба новостей. На этом наш выпуск новостей подошел к концу, и я с вами прощаюсь. Приятного вам вечера, хороших выходных, до свидания.